Пельмени считаются национальным российским блюдом. Традиция лепить их в семейном кругу известна каждому. В Юргу прошел мастер-класс по лепке, на котором ученики 11 классов узнали подробнее об истории блюда и научились правильно его готовить. Дома они, как выяснилось, я им задавала такой вопрос, делают ли они домашние пельмени. Оказалось, что все ребята делают. То есть в семьях еще эта традиция не утеряна. Ну а сегодня они уже приготовили по рецептуре, строго по рецептуре. То есть масса теста, масса фарша. Они сейчас видят, какое соотношение. И то есть они уже по рецептуре приготовили. Мастер-класс прошел в рамках фестиваля «Февраль кулинарный». Институт спорта, туризма и сервиса Юргу запланировал провести 5 мероприятий для школьников. На мастер-классах они совместно с преподавателями рассмотрят технологию приготовления разных блюд, вместе приготовят и попробуют их. Узнала много чего разного про пельмени. И я не особо, на самом деле, люблю лепить эти пельмени, но здесь, на самом деле, очень весело даже их было лепить. Наверное, мне это больше понравилось. Юргу приглашает школа для сотрудничества. Даты и время мастер-классов согласуются индивидуально.